Добро пожаловать, как ты? Я пришла, чтобы отдать это. Что это? Это деньги, которые ты отдал за больницу. Милек, не делай этого, пожалуйста, возьмешь? Нет, не возьму. Я пытаюсь помочь только тебе. Ты не помогаешь мне. Еще хуже себя чувствую. Ты откуда нашла столько денег? У одного друга. Кто этот друг? Особенный какой-то. Особенный или нет, какая разница? Чем дальше мы будем друг от друга, тем будет лучше. Милек, я не выдержу это. Разреши хотя бы знать, где ты, где живешь. Я хочу начать жизнь без тебя с самого начала. Спокойно и счастливо. Я хочу, чтобы папа вылечился, а я буду работать и смотреть за ним. Пусть у обоих будет открытая дорога, Балут. Прощай.